Наша планета Земля. Мы ее привыкли видеть такой, какая она есть. Знать все те организмы и животные, которые мы привыкли с вами видеть каждый день. Но давайте окунемся в то время, когда существовали другие виды животных. Другие миры познания. Давайте обратимся в прошлое. Вернемся ровно на несколько миллионов лет назад, на 65 миллионов лет назад. Как мы видим, наша планета начинает вращаться в обратную сторону, время бежит в обратное направление. Кажется, что наша планета Земля не меняется. Но мы сейчас увидим вместе с вами тот мир, в котором царили доисторические животные. Мир динозавров. Наша история начинается ровно 67 миллионов лет назад на территории современной Америки. Новый рассвет, новый день. Мы открываем первую страницу нашего путешествия. После долгой продолжительной засухи в данном районе, которая длилась около месяца, прошли долгожданные проливные дожди, и мир словно ожил. Зацвели многие растения, появились озера и реки, и мы видим, что здесь стали слетаться на остатки засохшей земли микрорапторы. Мир кажется таким спокойным, безмятежным, но вновь появившиеся источники воды должны привести сюда других животных. Большой и могучий трицератопс. Эта молодая особь из семейства Тратопсид проделала очень огромный путь вместе со своим семейством, чтобы найти данные источники воды. Новая свежая растительность – хорошее лакомство для наших трицератопсов. Кстати, прошу заметить, что это не просто трицератопсы. Это достаточно молодые, зрелые особи, когда-то сбившиеся в небольшое стадо. Три самки, два самца, прошедшие период спаривания. И в это место они прибыли не просто так. Они намерены здесь произвести свое будущее потомство. Да, они будут делать гнезда. Такое тихое и райское место привлекает все более новые уникальные виды динозавров. Эдмонтозавр. Сюда пришли как молодые, так и уже достаточно зрелые особи. Род динозавров и семейство гадрозаврид, утконосых динозавров, которые относятся к гадрозавринам. Рост данных динозавров варьировался от 4 метров, длиной достигал 13 метров, и вес приблизительно был почти 5 тонн. Вожак стада трицератопсов аккуратно подходит к новоприбывшим соседям, чтобы изучить их получше. Конечно, в основном травоядные держатся разными группами динозавров в стадах, но всегда нужно быть начеку. Эдмонтозавры начинают приветствие. Вожак стада эдмонтозавров начинает приветствовать трицератопса. Тот также высказывает ему свое миролюбие.
На соседнем берегу оставшаяся часть трицератопсов наедается на ночь и будет готовиться к постройке гнезд. Ночь в мире динозавров – это еще новое испытание, потому что ночью оживает другой иной мир, невидимый глазам динозавров, бродящим днем. Но, как мы видим, это можно считать уникальным райским местом. Сюда стягиваются после долгой и продолжительного похода маленькие небольшие пситакозавры. Это динозавры ростом меньше взрослого человека, около 70 сантиметров и весом, обладавшим в пределах 30 килограмм. Неужто эта ночь пройдет так тихо и безмятежно? Пока остальное стадо отдыхает, самцы настороже. Кстати, трицератопсы успели возвести гнезда до сумерек. На большое удивление наших гостей и соседей, ночь прошла достаточно спокойно. Удивительно, но молодые особи эдмонтозавров также устроили здесь себе гнезда. Любопытные пситакозавры так и норовят залезть в гнезда эдмонта. Но к нашей тихой и спокойной гавани подошли два тираннозавра Рекса. Молодые самец и самка. Тираннозавр, в переводе как ящер-тиран, достигал при жизни около 13 метров в длину, высотой до бедра 3,5 метра и массой 9,5 тонн. Как самое большое плотоядное животное в своей экосистеме, тираннозавр был сверххищником и охотился на гадрозавров, цератопсов и, возможно, даже на завропод. Но у этих тираннозавров совсем другая цель. Они не хотят есть. Недавно они отведали другого эдмонтозавра, отбившегося от совсем иного стада. Они просто пришли на водопой. Даже наглая пситака чувствует себя уверенно в таком стаде. Стадо немного взволновано и начинает сбиваться в кучу. Тем более здесь гнезда, и скоро пойдет инкубация яиц. Но тирексы попросту покидают озеро, и взрослый трицератопс провожает их взглядом. А на этом наша история не заканчивается. Это всего лишь небольшая частичка эпизода сериала «Prehistoric Planet». Не всегда будет такая спокойная и безмятежная жизнь динозавров, которые вы увидите в следующих сериях и выпусках сериала.